Throw it up. Start twerking like Miley. Oh, yeah. Twerking like Miley. Всем привет, с вами Андрей Крут. И сегодня будем играть в Warface. Я помолчал, потому что там кто-то говорил, кто-то там захватывает наши. Вот у меня новая пушка. Что здесь происходит, я не знаю. Короче, но я сюда, короче, гранату кидаю, я не знаю, что делать. Что за фигня? Это, короче, типа защита, штурм, я хрен поймешь. Я его с ножа, короче. О. Чё за фигня? Какая конфетка, нахуй? Вот видели, что это такое? Тут бой идет, он тут свои конфетки. Чё, типа я его конфеткой напугаю, у него будет этот приступ, нахуй, и помрет. Вот, это... главное, мы одного уже убили. Тут следом второй. Это я буду. А, ничего не захватит, главное, не переживай. 7 минут осталось, он ничего не захватит за 7 минут. За 7 минут только сейчас упадет у меня. Давай сюда иди. Ну, красава, что скажешь. Ой, да пусть захватывает мне вообще барбер. Что он там делает? Мне главное тут вон. Он гаденыша поубивать. Граната. Он кинул куда-то. Ё-моё. Где мой пулемет? Где 100 патронов? Эти 30 патронов мне вообще не в тему. Ага. Вот я косой, я. Короче, я понял, в чем причина. Мне нужен вот этот прицел. С этим прицелом я метки. Либо косой, либо такой. Ой, вылези, вылези. Ладно. Перезарядка. Пусть патронов, сколько там пуль. Вот, сука, глазастый какой, а? Ладно, я. Ну, он-то куда? Я ж должен быть только глазастым. А он что творит? Он не двух, он меня сейчас опять убьет. Я его покромсаю. Ух ты. Со своей снайперкой пусть один на один с автомата выйдет со мной, я его там порву. Граната. Граната. Вышел. Ой. Ой. Так. Где в жопу? Ты не за нас. Так какая нахрен конфетка достается? Я пистолет хочу. Нет, он не конфетку какую-то достает. Сковородка, конфета там. Понятно. Дождь гел. Что за фигня? Иди спать. Враг. А враг, знаете, что враг лох. Ой, ладно, понятно, и сюда нельзя залезть. Я куда-то забрался, куда забрался? Ой, кто-то меня валит. Где валит? Пошел жопа. А, вот откуда вылазите, засранцы. Да. Тут. Лезь давай. Закину. Ой, еще чувствительность, так хрен привыкнешь. Иди сюда. Понятно, везде. Где хотим, там и вылазим.
Да помолчи ты. Да пусть захватывают. Сейчас мы их просто... Мы их сейчас просто порвем. А где наш последний командный пункт? Чувак. Пиздец, пистолет убил. И где он? За 3 минуты, за 3 минуты он только, знаешь, что? Я бы сказал, что. Обороняйте последний командный пункт. Вот, ладно, пусть захватывают ничего, жалко что ли. Ту-ду-ду-ту-ду. Ох, ёб твою. Как всегда, нарвался. На то, что не нужно нарываться. Где ему сейчас щелкнуть, где он? Пусть он только сюда залезет. Вот так захвачу. А где вообще? Куда идти? Чё? Где? Кого стреляю? О, кого-то вижу. Сюда иди. Пошла тебе. Граната пойдет, когда я скажу. О, пиздец. Понятно. Пострелял, вот в стенки на халяву. Я их здесь один всех раскидал бы, если бы он не помешал. Он такой лох. Мешается. Куда? Здесь. А, понятно. Понятно. Ой, ну пока он раскрутится. Значит, пистолет доставал, ну ладно, и нож пойдет. То пистолет, смотрите, какой у меня пистолет, что за фигня это? Пойду-ка я попробую. Чё это за фигня? Чё это за фигня? А пистолет вообще нисколько не смахивает. Хоть бы с одного патрона убивал, еще бы нормально было бы. Ох, не фазить вас, ребят. Ну да, снайпер же, он всегда где-то сверху. Как это я не догадался? Вообще. Я их там покоцал, вы можете их всех там уработать. Кто-то не хочет урабатывать всех. Ой-ой-ой-ой, убийство в защите, да ну. Да, это я защищался. Правоохранительные органы. Чё сказал, сам не понял. Ой-ой-ой. Да-да. Вот 30 FPS вообще не в тему, бля. Еще ее убили. Мы выиграли. Мы выиграли. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.